Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым выпуску. Активный период наступной выборчей кампании стартует 10 снежня. Распачнется вылучение кандидата у депутаты мясцовых советов. Тыдень предпринимательства протягивается. Актуальные пытания развития приватной сферы обмерковали сегодня у Гомеле. Дорожные трагедии у Речицким районе. Сумную статистику ДАИ пополнили буйные аварии. Заплатите податки. Сегодня завершился термин приема земельного податку и податку на нерухомость. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Вылучэнне кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў пачнецца 10 снежня. Аб гэтым сёння заявіла старшыня Цэнтра выбаркама Беларусі Лідзія Ярмошына на пасяджэнні па падрыхтоўцы да мясцовых выбараў. Апошні дзень здачы дакументаў кандыдатаў у дэпутаты 8 студзеня. Рэгістрацыя пройдзе з 9 па 18 студзеня. Пасля гэтага стартуе перыяд перадвыбарнай агітацыі. Не пазней за 7 лютага выбаршчыкам павінны быць накіраваны запрашэнні прыйсці на участкі. А участковыя выбарчыя камісіі павінны быць забяспечаны бюлетэнямі для галасавання не пазней за 12 лютага. Нагадаем, выбары прызначаны на 18 лютага. Ну а пакуль дзеючы дэпутацкі корпус працягвае работу з насельніцтвам. Дзень дэпутата ў Будакашалёўскім раёне ўключыў наведванне ўстаноў сацыяльнай сферы і сустрэчу з мясцовымі жыхарамі. Падрабязнасці ў Веранікі Варашылінай. Программа проведения Дня депутата у Будакашалёўскім районе атрымалась насыщенной, бо включила множество объектов и сустреч. Первый пункт – Потаповский дитячий сад «Середняя школа». Тут депутаты приняли удел в урочистом открытии музейного покоя, накированного на захование культурных каштовностей и традиций. Он открытый, как местная инициатива «История моей земли». У рамках реализации проекта содействие развитию на местном уровне у Республики Беларусь. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется программы развития ААН. Тут представлены археологические находки, предметы сельского побыту, костюмы, фотодокументы и иншие экспонаты, которые рассказывают про историю и житё вёски Потаповка и новокольных населенных пунктов. Создание этой комнаты позволит нам передать будущему нашему поколению те традиции, те ремесла, которые остались от наших предков. Мы будем в дальнейшем работать в этом направлении, усовершенствовать нашу комнату. В рамках инициативы мы закупили оборудование мультимедийное. Да? Мы будем проводить какие-то мультимедийные семинары, да? То есть показывать фильмы о нашей деревне, о нашем совете. Протягнулся день депутата наведанием Будакашалёўскай гимназии. Тут удельники ознакомились с умовами и махчимостями, створенными для навуковой и доследшей деятельности наученцев, реализации их здольностей. До того же депутаты встретились с гимназистами за круглым столом, каб обмерковать пытания, якія цікавить або хвалюют сучасных подлетков. Аналогичная встреча была организована и с педагогичным коллективом гимназии. Удел у ей приняли как представники районного совета депутатов, так и депутат палаты представников национального суда. Ходу Республики Беларусь Миколай Васильков. Головная мета – обмерковать шляхи и способы удосконаления и законодавчего урегулирования национальной системы адукации. Бо менавіта гэтая тема будет узнята на парламентских слуханиях, что пройдут на проконце листопада. Однозначного ответа в ходе беседы по тем путям, по которым должна развиваться наша система, конечно же, не получено. Наработаны те или иные направления, которые должны дать и возможность совершенствовать систему образования, улучшить ее качество. И я надеюсь, на те предложения, которые мне поступили в ходе беседы, они будут изложены в парламенте на парламентских слушаниях, ну и, конечно, найдут свое разрешение. Сустрелись депутаты с навученцами Будакашалёўскага державного аграрно-технического колледжа. Размова велась в формате открытого диалога на актуальные темы молодежной политики. У целом день депутата – это плановое мероприемство, которое проводится с мэтой убачить реальную картину на местах. Оно охопливает самые разные сферы деятельности района и имеет шматликие формы проведения. Одно остается неизменным – у центра уваги заўсёды человек с его идеями, проблемами и пропановами. Формат проведения дней депутата – это и встречи, это и приемы, это и посещение трудовых коллективов, это и знакомство с условиями как труда и быта. Поэтому вот именно такой спектр общения и позволяет высвечивать как все то лучшее, что имеется, так и те стороны, над которыми предстоит еще поработать и прежде всего также включиться в работу депутатскому корпусу. Вероника
Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Буда Кашальовского района. У сувязі з неспрыяльнымі кліматычнымі умовамі, неабходнасцю працягу работ па ўборцы ўраджаю, дзень правядзення абласных дажынак перанесены на больш позні тэрмін. Аб гэтым і не толькі. Сёння ішла размова падчас гарачай лініі на радыё «Гомель плюс». Гостем студыі стаў старшыня Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Васіль Яцэвіч. Падчас гарачай лініі размова ішла аб падрыхтоўцы, у тым ліку прафсаюзных арганізацый, да правядзення абласных дажынак, узнагародах, якія рыхтуе гэтая самая масавая грамадская арганізацыя, а таксама папярэдніх выніках сельскагаспадарчага года. Згодна са статыстычнымі дадзенымі, сёлета да мільёна тонн збожжа Гомельскай вобласці не хапіла ўсяго каля 1500 тонн. Павялічыць аб'ёмы сабранага ўраджаю плануецца за кошт збожжа кукурузы. Па аператыўнай інфармацыі аблсельгасхаршу, зараз яе намалочана на зерне ўжо больш як 260 тысяч тонн. Разам з тым, неспрыяльныя кліматычныя умовы, перш за ўсё працяглыя дажджы, унеслі свае карэктывы. Пэўны час на некаторыя палеткі не маглі выйсці грузавыя аўтамабілі, занятыя на адвозцы ўраджаю. Як вынік, сёння аграрыям неабходна ўбіраць кукурузу на зерне яшчэ амаль на 7% пасяўных плошчаў. Апрача таго, па гэтых жа прычынах падазімыя не засеяна чвэрць адведзеных палеткаў. Што тычыцца гародніны, то яна ўбрана поўнасцю. Да плюсаў гэтага сельскага гаспадарчага года можна аднесці таксама добрую арганізацыю работ практычна ва ўсіх сельскагаспадарчых прадпрыемствах вобласці. Вопросов не было практически, если какие мелкие были, они быстренько решались. Поэтому и было двухкратное и трехкратное питание механизаторов. Притом во многих хозяйствах это было сделано полностью, механизаторов кормили бесплатно. Бытовые условия, имеется в виду, чтобы помыть, одеть спецодежду, эти тоже вопросы решались оперативно, для того, чтобы люди нормально себя чувствовали в период уборочной кампании. Актуальныя пытанні развіцця прадпрымальніцтва абмеркавалі сёння ў Гомелі. Месцам для дыскусіі абралі навуковае кафе, якое дзейнічае пры абласной універсальнай бібліятэцы. З думкамі спецыялістаў і экспертаў азнаёміўся Олег Сінцюроў. Сёння ў свеце існуе шмат паказчыкаў стану развіцця прадпрымальніцтва. Бадай, самая прэстыжная рэйтынгавая ацэнка Сусветнага банку «Doing Business» ў гэтым годзе Беларусь заняла 37-е месца сярод 189 краін. У 2010-м, дарэчы, мы былі на 58-й пазіцыі. Паляпшэнне індэксу лёгкасці вядзення бізнесу – факт прыемны, але не падстава для супакаення. Тым больш, што колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў на Гомельшчыне скарачаецца. Калі ў 2010-м іх было амаль 30 тысяч, то летась засталося крыху больш як 26. Асабліва значнае змяншэнне адзначаецца на працягу двух апошніх гадоў. Прычыны розныя, ад неабходнасці сертыфікацыі тавараў да высокіх ставак арэнднай платы, што асабліва актуальна для прадпрыемстваў гандлю, калі ў гандлёвых цэнтрах штомесячны кошт арэнды аднаго квадратнага метра вагаецца ў межах 40-60 еўра, а ў некаторых выпадках дасягае і 100 еўра. Заплаціць такія сродкі здольныя далёка не ўсе, пры тым, што 90% прадпрымальнікаў Гомельшчыны ажыццяўляюць сваю дзейнасць менавіта на арэндаваных плошчах. Вялікія надзеі на стабілізацыю сітуацыі сёння ўскладаюцца на вераснёўскі ўказ прэзідэнта, які прадугледжвае значныя льготы для прадпрымальнікаў. Згодна з гэтым дакументам, не толькі спрашчаецца сама працэдура рэгістрацыі. Некаторыя віды дзейнасці цяпер увогуле можна ажыццяўляць, толькі аплаціўшы разовы збор. Тычыцца гэта ў прыватнасці рамеснікаў і сферы бытавога абслугоўвання. Также вы можете осуществлять торговую деятельность, и как отмечают, что те, кто испытал себя в области торговли, то тот может реализоваться в любом направлении осуществления вида предпринимательской деятельности. То есть для начинающих можно посоветовать начинать себя в области торговли. Падчас работы навуковага кафе агучваецца статыстыка. Гандаль і рамонт аўто сёння на Гомельшчыне самыя распаўсюджаныя віды прадпрымальніцкай дзейнасці. На другім месцы з вельмі вялікім адрывам – прамысловая сфера. Хоць праблемы звязаны не толькі з відам заняткаў, у адвакацкіх канторах, спецыялісты якіх вырашаюць канфлікты сярод прадстаўнікоў прыватнага бізнесу, адзначаюць нізкую прававую культуру дастаткова значнай часткі прадпрымальнікаў. Статуты і дагаворы проста капіруюцца з інтэрнэту, а партнёры выбіраюцца зусім не па прафесіянальных якасцях. Як вынік, корпоративные спрэчкі за ліквідацыю прадпрыемстваў у бізнес-асяроддзі ўзнікаюць пастаянна. Собираются, создают фирму, а потом по прошествии некоторого времени начинаются вопросы между ними. В чем-то не сходятся в каких-то правилах ведения бизнеса или в принципах. И начинаются споры, куда направлять прибыль, либо распределять между участниками, либо направлять на развитие фирмы. Ну,
и многие вопросы. Как правило, корпоративные споры, их можно сравнить с разводом супругов. Проблема утягивания працездольного населения в экономичную деятельность региона – задача, актуальная перш за все для самого населения. Разом с тем, значная частка жихаров открывать свой бизнес поколь не погоджается. У речи для этого необходимы не только державная поддержка, але и отповедная риса характеру, махчимость свободно ориентоваться в экономичных процессах и при необходимости рисковать. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня завершился термин приема земельного податку и податку на нерухомость. На Гомельщине оплошивать их повинны свыше 370 тысяч человек. Огульная сумма складает около 700 миллионов рублей. Около 10% плательщиков со своей часовой оплатой спазнились. Как позбегши великой пяни, им треба поспешаться, нагадывают у податковых инспекциях. Оплатить податки можно с допомогой разликовой системы ЕРИП. Льготы предугледжены для пенсионеров по узросте, инвалидов первой и другой групп, шматдетных семей и некоторых інших категорий громадян. Подробязную информацию можно отримать по номеру телефона областной податковой инспекции 79 88 28. Рыжицкие выратовальники, супрацовники ДАИ напередодні двойчі выезжали на место буйных дорожных аварий. Каля 12 годин дня зафиксовано ДТЗ на трассе М10 Гомель-Кобрин каля вёски Зашоб'є. Отбылося сутыкнение грузового автомобиля Рено Премиум и легковушки Шкода Октавия. От отриманных травм водитель Шкоды загинул на месте. Тело с пошкодженной машины вынимали супрацовники МНС при допомозе гидравлічного инструмента. Еще одна трагедия сдарилася у Рыжицком районе увечері. Водитель автомобиля Audi 80 не справился с кированием и вылетел в раку. 14 ноября в 20 часов 45 минут спасатели Речицкого районного подразделения МЧС выехали по сообщению о нахождении в деревне Жмуровка в реке легкового автомобиля. К прибытию к месту вызова спасатели при помощи специального оборудования извлекли легковой автомобиль с телами погибших. Как позже выяснилось, изначально в автомобиле находилось 4 человека. Это были все мужчины, двоим из которых удалось выбраться самостоятельно. Православная церква подрихтовала особливое выдание до 500-годия белорусского книгодрукования. Сегодня в Национальной библиотеке в Минске представили новый заповед Господа нашего Иисуса Христа. Это белорусско-мовное выдание, переклад, выполненный со старожитно-греческого оригинала нового заповета. У Гомеля открылась выстава репродукции русского мастака Миколая Рериха. Экспозиция привезена у Гомель при содейничании Российского центра науки и культуры. На открытие завитали и наши корреспонденты. Мастак, философ, подорожник, вученый, письменник и громадский деяч. Усё гэта тычыцца особы Миколая Рериха. Яго творчая спадчына неоценна. Больше як 7000 картин, а так само книги, нарысы, артыкулы и дзённики. Рерих упершыню увёл у сусветную правовую систему такое понятие, як ахова культурных каштоўнастей, ставши инициатором пакта Рериха. Один человек змог пропановать сусветной супольности такую идею, як мир про скульптуру, и увасобить ее у житё, створив международный юридический документ. После того, как он посмотрел, он, Рерих, посмотрел, что случилось с произведениями искусства, с культурными памятниками после Первой мировой войны и во время, вот тогда идея в нем зародилась о создании защиты этого дела. Некоторое время руководил миром искусства, это совершенно замечательно, уникальнейшее совершенно, когда поэты Серебряного века и мир искусства совершенно аутентичны были друг к другу, он возглавлял это общество. Экспозиция включает 35 работ раннего периода творчести автора. У этих работах Миколай Рерих показывает новый, дагэтуль маловядомый у мастацтве свет славянской Руси, раскрывая у яркой в образной форме свое разумение старожитной эпохи. Ён стварае поэтичные, овеянные былинным духом картины, якія маюць глубокий философский сенс. Выстава представляет собой живописный летопис славян, ранее вядомы только по фрагментарных записах. Называется выставка «Святая Русь». Была она подготовлена и скомпонована в Новосибирском музее имени Николая Константиновича Рериха. Мы видим, что много сюжетов на исторические темы, на темы Древней Руси, славянства, как образовывалось древнее русское государство. Как сказал сибирский академик Окладников, что невозможно человеческим умом объять то, что удалось сделать за одну жизнь этому человеку. Ганна Каральчук, Наталья Игнатенко, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».
Гэты і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Міхаіл Садоўскі.